Отдельно надо отметить, что символом форума стал перламутровый зубр с оскорбительной кличкой «Башкиренок», вывешенный в виде золотой подвески, очень распространенный среди путан Лас-Вегаса. Ну вот есть такой обычай, да, вот чтобы девочек не перепутать, в Лас-Вегасе их маркируют вот такими вот подвесочками. Там Люси, здесь Джейн, а вот здесь у нас Башкиренок. Я предлагаю, знаете, если у вас будут предложения, потому что мы очень верим, что у нас появится первый зубренок. Значит, рабочие ему имя пока придумали «Башкиренок», но если у вас будут какие-то предложения, я буду рад их принять. Вообще, вот эта деталь, конечно, глубоко оскорбительная. Я не понимаю, почему Ради Фаридович вовремя не отказался от своей идиотской мысли назвать зубра вот таким образом, но ассоциация национальной принадлежности с животным, тем более привозным, как-то вообще выглядит неаппетитно.